Накануне днем на участке дороги на улице Дежнева в районе дома 138 фура одного из супермаркетов нашего города провалилась в яму. Невооруженным взглядом видно, что своими силами ей не выехать. Колеса скрылись в грязной замерзшей луже, которая просто не выдержала натиска большегруза. Я всю жизнь дороги строил, да. Но такого, извините меня, не видал, как у нас. Глину, кто на дорогу глину возит? А часто вообще машины у вас тут застревают? Да только сейчас вытащили. Сидел КамАЗ. Только сидел. КамАЗ удалось выдернуть из земельной ловушки, а вот водителю этой фуры пришлось изрядно потрудиться. Такое состояние проезжей части беспокоит не только водителей, но и местных жителей, чьи дома расположены рядом с дорогой. Дороги нет. И никто ничего не делает. Я 3 раза в администрацию звонил. Раз сам ходил туда. Сделаем. Сделаем. Я говорю, Дед Мороз пьет, сделает. А вы, говорю, ничего не сделаете. Так оно и получилось. Что это за дорога? Издевательство. Местным жителям придется, как всегда, немного подождать, ведь скоро дорогу приведут в долгожданный вид. В рамках градостроительного совета при губернаторе Вологодской области было принято решение, что в 2020 году полностью отремонтируют улицы Дежнева и Щелкунова. Стоимость проекта составит порядка 90 миллионов рублей. Дорога у нас в асфальтобетонном исполнении, просто она сегодня находится в неудовлетворительном состоянии. Вот. И на сегодня те ямы, которые мешают проехать транспорту, а нагрузка большая на этот участок дороги. Много грузовиков идет. Вот, сегодня принято решение о том, что грунтом эти ямы все спланировать, прогредировать. Да? То есть та вот глина с камнем, который у нас грунт, есть наличием этим материалом, эти ямы сегодня ликвидируем. С самого утра здесь уже появилась спецтехника, которая привезла несколько куч глины с камнем, но почему-то быстро уехала, так и не доведя работу до конца. Большегрузы в одно мгновение вернули дорогу в исходное состояние. Глубокие колеи стали практически по колено, а каменная смесь так и осталась лежать на обочине. Несмотря на то, что дорогу засыпали, легковые автомобили все-таки не решаются по ней проехать, ведь есть вероятность того, что они просто не выйдут из этой ямы. Остается вопрос, что же будет с ней, когда начнется весна. Алена Белозерцева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».